Всем привет! Все рады приветствовать на своем канале. Сегодня я хочу вам показать свою серию тесточек. Делала я ее, так сказать, для раздачи долгов. Поэтому эта серия закрыта. Она называется «Розы шип». Переводя на наш язык, это шиповник. Ну, начну показывать каждую тесточку поближе и расскажу, что я использовала при создании той или иной тесточки. Первая тесточка вот такая вот замечательная. Основа идет пивной картон, также использована бумага с затонированной штемпельной подушкой, красная бумага, такой вот цветочек тканевый, закрепленный братцем, стразики зелененькие, салфеточка тоже затонированная и сама картиночка. Вторая тесочка. Все то же самое. Только уже цветочек такого нежно-желтого цвета и стразинки темно-зеленые. Третье. Также такой нежно-зелененький цветочек, стразинки, сама картиночка. И четвертая тесочка. Такой сиреневый цветочек, темно-зеленые стразинки, также половинка салфеточки, затонированная зеленой штемпельной подушечкой. Вот такая вот небольшая замечательная серия у меня вышла. Первая тесточка у меня поедет к Даше в Москву. Вторая поедет к Маше Чебоксары. Третья поедет к Елене из Первоуральска. И четвертая поедет к Нике из Москвы. Девочки, прошу прощения, что задерживаю с отправкой. На то есть личные, семейные причины и обстоятельства. Вы не переживайте, я все обязательно в ближайшее время отправлю. Поэтому, если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Скоро будет новая серия тесочек. Если вы хотите со мной обменяться, пишите в комментариях. Будем с вами списываться, общаться, чтобы на следующую серию тесточек с вами обменяться. Всем большое спасибо, кто смотрел это видео. Всем пока-пока. Ваша Аня.